До этого были и комиксы, и какие-то, ну так сказать, вещи на специфического покупателя, более молодежные. Сейчас мы успокоились. Показ будет более в пастельных тонах. Мы ушли от множества принтов, которые мы делали на мехе. И коллекция в этом году получилась более классическая, более спокойная. Я практически каждый год, уже третий сезон подряд, я прихожу на показ к Екатерине, и у нее просто фееричная коллекция. Возможность смиксовать какое-то не только классику в понятии шуба, а сочетать ее с каким-то спортом и комфортом. Уровень ее как дизайнера очень высокий. И в мехе это сложно воплотить, потому что всегда мех предполагает довольно ограниченное количество моделей. Поэтому я считаю, что здесь большая заслуга ее именно как дизайнера, который реализует действительно для большого круга людей, модных, аристократичных, просто любящих комфорт и удобство моделей. То есть она, новатор на нашем рынке. Конечно, хочется чего-то яркого, такого сочного. Будем ждать, возможно, какие-то эмоции это вызовет, захочется что-то такое себе обязательно срочно в гардероб приобрести. Вот я просто некоторые работы понял, что если их сделать как некую живопись, получается вот этот идеальный такой посыл. Вот 2019 год, как оттуда одевались люди, и как это все было изысканно. И эти вот вещи, они очень важны. Знаете, я очень давно знаю Екатерину и помню, как развивался бренд, как она начинала, как стояла у истоков, да, то есть развитие своей компании. На сегодняшний день мне кажется, что она достигла уже очень высокого уровня. Даже не кажется, я уверена, я вижу, как идут продажи, как это востребовано, как это красиво прежде всего. Русская зима это позволяет человеку одеваться. А как в теплых странах, где я жил раньше, например, кому эта шуба нужна? А здесь как раз. Hello, I'm Oksana Kinshina. I'm Ekaterina Klimova. Hello from Moscow. I love you, Moscow, yes.